Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Упражнение 1 из раздела «Вы это знаете, умеете». Закончи предложение. Слова «играют», «поют», «принес», «отвечают на вопросы». Слова в предложении связаны. Предложение от слова к слову можно. Слова «играют», «поют», «принес», «отвечают на вопросы». Что делают? Играют. Что делает? Поет. Что сделал? Принес. Слова в предложении связаны по смыслу. В предложении от слова к слову можно задать вопрос. Если у вас возникли вопросы, предложения или пожелания, вы можете оставить свои комментарии под видео.